Дорогие коллеги, очень рады видеть вас снова на очередном живом эфире Университета 2035 на канале Go Online. Сейчас лето, самое время, чтобы узнавать о новом, чтобы учиться. И вот сегодня у нас очень интересная такая и новость, которая посвящена эфир, да, и обсуждение на эту тему, беседа, которая нам предстоит. Мы сегодня с вами поговорим снова об образовательном дата-инжиниринге, но уже в очень интересном, очень прикладном характере. Многие из вас знают, что Университет 2035 совместно с НИИ труда разработал и запустил в общественное обсуждение проб-стандарт по сбору цифрового следа. Звучит это как специалист по моделированию, сбору и анализу цифрового следа. И этот профстандарт подразумевает наличие магистерских программ по, значит, анализу данных цифрового следа, по работе с цифровым следом. Но до сегодняшнего момента в России таких магистерских программ, по сути, не было. То есть сейчас, вот до сегодняшнего дня, не было ни одного вуза в нашей стране, который мог бы профессионально на уровне магистерской программы с профессиональным дипломом государственного образца мог бы готовить таких специалистов, специалистов по анализу данных цифрового следа. И вот этот момент настал, да, уникальная совершенно ситуация. Один из ведущих российских вузов, который очень известен хорошо в экономической сфере, да, это финансовый университет при правительстве Российской Федерации, совместно с университетом 2035 запускают магистерскую программу по анализу данных цифрового следа. И вот сегодня мы с нашим гостем Владимиром Соловьевым, который является руководителем департамента анализа данных и машинного обучения, это, так скажем, гуру машинного обучения финансового университета при правительстве Российской Федерации, вот сегодня и поговорим об этом, да, то есть что покрывает эта программа, какие дисциплины будут на ней проходиться, что сможет делать специалист, который выйдет из этой программы, что мы собираемся дать на этой программе и чем она отличается от других подобных программ, существующих где-то еще в мире. Вот. Но сразу хочу сказать, что мы вот сейчас, работая с НИИ труда, достаточно серьезно прокопали вот эту самую повестку, связанную с профстандартами в сфере с работой с данным, с государственным регламентированием квалификации и компетенций по работе с данными, и увидели, что подходы в мире очень разные. Вообще такого понятия, как профстандарт на уровне министерства, не так много где в других странах встретишь. Обычно этим занимаются всевозможные ассоциации, да, или заинтересованные группы граждан. Вот. Но в России такая специфика есть, и поэтому в России такая достаточно сейчас уникальная ситуация в связи с появлением новых, достаточно революционных профстандартов. Это и профстандарт машинного обучения, это и профстандарт специалиста по цифровому следу. Значит, возникает серьезный достаточно спрос на рынке на специалистов такого уровня. Да? Вот. Но давайте сначала в двух словах, собственно говоря, вспомним, а что же это за специалист. Да? То есть что такое образовательный дата-инжиниринг, чем вообще такой специалист должен заниматься. Об этом вам расскажу я, Андрей Комиссаров, руководитель направления развития человека на основе данных Университета 2035. Вот. Ну, в принципе, образовательный дата-инжиниринг – это подход, который связан с цифровой трансформацией образования. И в рамках этого подхода мы с вами оперируем образовательными данными. Это данные диагностики человека, который позволяет посмотреть уникально на человека, предложить ему какие-то уникальные индивидуальные траектории. Это данные цифрового следа, то есть зафиксированные в данных, собственно говоря, опыт деятельности человека, да? Зафиксированные в данных понимание, которое человек продемонстрировал. Это, собственно, цифровые компетентностные профили и всевозможные модели компетенций в разном формате, которые также представлены в виде данных. И это автоматизированное построение рубрикаторов, образовательных результатов и разметка. То есть, в принципе, образовательный дата-инжиниринг – это такая самая основная, так скажем, деятельность в том, что называют цифровизацией образования. Не цифровые доски и всевозможные приложения, да, конкретные, а данные, работа с этими данными, анализ этих данных, сбор их, моделирование их и, собственно, фиксация для человека в его профиле. Вот. Значит, если мы говорим о данных, то тут, конечно, нужно иметь в виду, что любой специалист такого направления должен оперировать достаточно большими объемами и разноплановыми объемами.
Вот мы в университете 2035, когда, например, готовили тот алгоритм, который у нас занимается созданием рубрикаторов, созданием моделей компетенций на основе данных рынка, в первую очередь надо было собрать большой-большой датасет. Вот здесь представлен этот датасет. Да? Это в совокупности около 100 миллионов сущностей разного плана. Это и вакансии, это и данные из сообщества, это и данные из образования, российские вакансии, зарубежные, с которыми мы работаем. На основе всего вот этого вот комплексного, такого большого, значит, конгломерата данных мы получаем рубрикаторы. Вот, например, вам представлен, значит, тот продукт, который выходит из цифровой модели компетенции для области искусственного интеллекта. И вот такой рубрикатор позволяет нам размечать образовательные программы в виде достигаемых образовательных результатов. Предметные области с точки зрения знания разной глубины разного уровня, с точки зрения понимания разного уровня. Это и навыки всевозможные, да, и как софт-скиллы, так и предметные, инструментальные навыки. Это и конкретные выполняемые задачи и трудовые действия с постановкой задачи, с ожидаемым результатом. Вот такие рубрикаторы на данных создаются и позволяют нам любую программу методом семантического анализа достаточно быстро разметить. То есть мы можем автоматически увидеть в формате, значит, текста и разметки на него, что должен человек изучить, какие образовательные результаты будут достигнуты. Да? Дальше мы можем эти вещи либо сравнить с картиной, которую мы видим от рынка. Да? Например, вот вам сейчас представлен такой верхнеуровневый анализ данных ведущих мировых сообществ разработчиков, Kaggle и Stack Overflow, с точки зрения тех инструментов, которые применяются. Например, мы можем на основе вот этих вот двух датасетов посмотреть, а насколько современна программа, которую преподают в ВУЗе. Да? Если вы, например, родитель, или если вы учитесь самостоятельно, да, вы можете на это посмотреть и решить, насколько вашему ребенку или вам, с точки зрения вашего будущего развития, вашей карьеры, такая программа соответствует. Если вы ВУЗ, то вам, возможно, будет очень интересно посмотреть, а не требует ли ваша программа апдейта, а остаетесь ли вы конкурентными, а находитесь ли вы все еще в рынке, а связаны ли вы с теми направлениями, которые сейчас являются мировыми трендами. Да? И вот, пожалуйста, анализ данных мировых трендов. Если там мы говорили о данных вакансиях, то здесь у нас идут данные научные публикации, патенты, инвестиции, где-то около 800 миллиардов совокупных инвестиций проанализировано. И данные СМИ, потому что тренды изначально зарождаются, потом они взрослеют, матереют и превращаются уже в непосредственные рыночные запросы. Это тоже очень важные данные, с которыми в образовании необходимо работать хотя бы только потому, что образование, оно направлено вперед, оно не стоит на месте. Мы обучаем с вами людей и себя для будущего, в первую очередь. Вот. И как же, собственно говоря, такая работа происходит, в двух словах, да? По любой, вот, собственно, работа образовательного дата-инженера, по любой образовательной программе мы можем методом, в первую очередь, семантического анализа и некоторыми другими, так скажем, подходами тоже, мы можем посмотреть, как можно автоматически создать рубрикатор образовательных результатов. Потом этот рубрикатор образовательных результатов дополнительно еще проходится по специалистам, по тем преподавателям, да, с ними проводится интервью, чтобы им было к чему отнестись, они вносят свои коррективы, и в итоге мы получаем полностью готовый вот такой вот рубрикатор образовательной программы. Что же делать с этим рубрикатором? С этим рубрикатором делать можно самое главное. Мы можем увидеть на основе собираемого цифрового следа, собственно говоря, а что же изучил тот или иной учащийся. Какой уровень понимания, какой уровень знаний он приобрел, как это зафиксировано в цифровом следе, и самое главное, насколько он способен перейти в деятельность. Потому что именно деятельностный переход – это такая визитная карточка современного образования, образование, которое направлено в рынок, а не просто того, чтобы образовательную программу дать ради галочки в диплом. Вот. В этом смысле работа с цифровым следом начинается на уровне разметки, продолжается на уровне педагогического дизайна, когда мы создаем элементы сбора цифрового следа в рамках образовательной среды, в рамках цифровой программы. Дальше идет на уровне, собственно, сбора следа, анализа цифрового следа и размещения его в цифровом профиле. Все это и называется образовательный дата-инжиниринг. Вот. Вот примерно такие типы цифрового следа могут собираться в рамках этого подхода. Да? Мы вот такие типы цифрового следа собираем, например, на мероприятиях университета 2035. То есть это и чат-логи, это и образовательные артефакты, это и анализ видео, анализ аудио, очень много разноплановых данных. Именно поэтому нам важно в рамках данной программы
иметь очень серьезные дисциплины, серьезную прокачку, связанную именно с аналитическим направлением, связанную с анализом данных. Да? Самый простой след – это рефлексия, это обратная связь человека, и гораздо более детальный след мы можем получать методом семантико-онтологического анализа, когда мы, собственно говоря, проходим тексты, сравниваем эти тексты с онтологиями, с тезаурусами, тоже распознаем не только частотные элементы слов, да, но и распознаем еще контексты, в которых проявляется то или иное слово, связи между словами, и таким образом можем улавливать смыслы. И вот в рамках образовательного дата-инжиниринга мы можем с вами строить вот такие вот семантические ядра, семантические схемы, на которых виден, собственно, контекст понимания. И вот здесь слева то, что говорил лектор, справа то, что собрано на цифровом следе. Это была лекция конкретно по геополитике. Вы можете сразу на уровне даже вот такого семантического ядра увидеть, насколько близко понимают учащиеся то, что им дается, насколько они это усваивают. И тогда у нас образование переходит на совершенно другой уровень, потому что мы с вами можем уже картировать понимание, мы можем смотреть, насколько действительно осела и вот эта специфика у человека, да, и мы можем с вами в конце концов посмотреть, а чего не хватает, что еще дать, что дополнить, в какую деятельность погрузить. Тогда действительно заработают и адаптивные подходы к организации цифровой среды образовательной, и индивидуальные траектории, и весь вот этот вот комплекс направлений. Вот. И, собственно, делается это все для того, чтобы можно было каждому человеку зафиксировать в его цифровом профиле реально пройденный им образовательный путь, образовательный опыт в виде деятельности, в виде понимания, в виде обработанного цифрового следа и еще диагностических данных. Да? Таким образом, мы можем с вами строить всевозможные образовательные траектории. Так вот, если мы говорим про вот такой вот подход, про дата-центричный подход к образованию, то здесь, конечно, в первую очередь, мы понимаем, что есть три принципиально разных больших направления. Первое направление – все, что связано с педагогическим дизайном. То есть, как создать такую образовательную среду, как разметить эти данные, как создать рубрикаторы, как образовательные результаты учитывать в течение всего образовательного пути человека, как элементы сбора цифрового следа встраивать вот в такие системы. Мы этому в университете 2035 довольно детально обучаем в формате онлайн-школ. А второе большое направление – это аналитика данных. Это все, что связано с анализом тех данных, которые собираются, с их детальным рассмотрением, интерпретацией, чтобы максимально эффективно можно было принимать решения на основе этих данных. И, наконец, третье направление – это, собственно говоря, управление вот этими потоками данных, выстраивание всего рабочего процесса, построенного на данных, и дата-центричное принятие решений. То есть, по сути, это такой менеджмент, построенный на данных, принятие решений, когда у вас по каждому вопросу есть хорошо понятные и обработанные образовательные данные. Так вот, собственно, та магистерская программа, которую мы запускаем в финансовом университете при правительстве Российской Федерации, она максимально сконцентрирована на направлении анализа данных. Да? Там тоже будет педдизайн, хотя его будет совсем чуть-чуть, там тоже будет управление, но это будет не основное. А вот самое основное – это сбор, анализ цифрового следа, анализ данных, работа с данными, визуализация данных, всевозможные методы. Вот. И здесь, конечно, хотелось бы в первую очередь ну, чуть-чуть поподробнее в это копнуть. Да? И мне кажется, вот здесь Владимир, наверное, нам сможет приоткрыть завесу, да, как человек, который в данных разбирается великолепно, потому что есть еще целый ряд магистерских программ, ну, это я вам по секрету скажу, да, тоже в финансовом университете и тоже под руководством Владимира идущих. Вот, Владимир, скажите, пожалуйста, какие основные направления в нашей магистерской программе, на ваш взгляд, наиболее интересные, почему эта программа полностью покрывает данную тематику, почему специалист, который из нее выйдет, сможет вообще вот в поле работы с данными быть высоко востребованным, как вы считаете, и в чем специфика этой программы? Дорогие друзья, мы такими магистерскими программами занимаемся уже достаточно давно. Мы, наверное, первые тройки были те, кто открыл магистерские программы в области машинного обучения с экономическими приложениями, с финансовыми. И мы понимаем, что таким дисциплинам, таким направлениям, которые технологически меняют мир, им нельзя обучать так, как в прошлом веке, взять учебник с полки и его пересказать, просто потому что учебников таких нет, технологии меняются достаточно быстро. И поэтому у нас
Все завернуто на проектный подход, студенты участвуют в проектах, проекты мы реализуем не какие-то эфемерные, это реальные большие проекты для интересных заказчиков. У нас заказчики это Сбербанк, РЖД, многие другие организации, там Индустрах, Альфа-Капитал и так далее, вот из финансовой сферы, если говорить. И у нас уже накоплен опыт участия вместе со студентами нашими в создании новых, самых передовых технологий, которых, прикладных технологий, которых нет ни у Facebook, ни у Microsoft, ни у Google, и которые заказчиками востребованы. Ну, например, мы умеем делать эмпатических чат-ботов, которые не просто как существующие интеллектуальные помощники, а являются ведомыми, отвечают на вопросы своего хозяина, а которые направляют беседу, пытаются вместе с собеседником найти истину и так далее. Это крайне востребовано, это крайне развивается и так далее. У нас много всех этих интересных проектов, но два таких больших проекта у нас именно связано, уже реализованных, связано с исследованием образования. Во-первых, у нас есть в финансовом университете, 3 года уже работает сделанная нами система, анализирующая вовлеченность студентов на занятиях на основе интеллектуального анализа видеопотоков. И очень много интересных инсайтов из этой системы мы получаем. Мы очень интересно ее использовали и на острове в том числе. Крайне интересно было сравнить, чем ректоры отличаются от студентов вот с точки зрения вовлеченности. Второй проект – это карьерограмма, которую мы сделали в интересах одного из корпоративных университетов, крупнейших российских, которые по анализу компетенций, существующих у человека, и анализу потребностей организации определяет наиболее эффективный путь дополнительного образования соответствующего сотрудника, чтобы максимально быстро и максимально эффективно подготовить его к новым задачам, к новым ролям. И я думаю, что вот в связи с созданием новой магистерской программы по дата-инженерингу в образовании у нас появится масса новых таких проектов, именно связанных с конкретными образовательными учреждениями, с анализом цифровых следов обучающихся и в среднем образовании, и в высшем образовании. Спасибо большое, Владимир. А вот скажите, если чуть-чуть мы глубже копнем саму магистерскую, да, вот я смотрю перечень дисциплин, которые у нас там есть, да, вот тут есть у нас, например, построение и оценка моделей машинного обучения и предиктивная аналитика больших данных. Вот у многих очень, так скажем, не специалистов на рынке, машинное обучение и большие данные – это как бы вообще синонимы. Вот. И что подходы одни и те же, и что большие данные – это просто очень много данных, и нужно уметь с ними хорошо работать. Вот. Можете для тех, так скажем, наших слушателей, кто является не специалистом в этой области, раскрыть, как именно подход этот раскрывается у вас, как преподаются эти дисциплины у вас, и чему будет обучен, то есть что сможет делать студент после того, как он эту магистерскую программу закончит. Вот именно в этом направлении, да, то есть предиктивка больших данных и построение моделей машинного обучения. Ну, машинное обучение, когда на основании известных данных мы строим модели или алгоритм, который предсказывает что-то неизвестное. И цель состоит не в том, чтобы разобраться в механизме и ответить на вопросы, почему, как это было в парадигме классической науки, а цель в том, чтобы максимально точно, максимально эффективно предсказывать. Ну, например, по данным о 100 тысячах заемщиков, которые приходили в банк и брали кредит, и как-то его вернули, кто-то вернул с просрочками, кто-то без просрочек, кто-то вообще не вернул, научиться на основании анкеты нового заемщика, которого мы впервые видим, определять, вернет он кредит или нет. Это задача классификации. Или на основании данных анализов пациента определить, болен ли он какой-либо болезнью или нет. Опять задача классификации. Другой класс задач – это задача регрессии, когда мы
на основании данных прошлых пытаемся предсказать какой-то числовой показатель. Например, на основании данных о продажах различных товаров в магазине в течение последнего года пытаемся предсказать объемы продаж в следующем месяце или в следующей неделе. Это задача регрессии. Значит, есть задача кластеризации, когда мы разделяем множество объектов на какие-то группы, ну, например, сегментирование потребителей или сегментирование учеников в классе. И последняя задача – это поиск аномалий, то есть выявление каких-то нетипичных ситуаций, например, мошеннических транзакций или чего-то такого. Вот это задача машинного обучения. Что такое большие данные? Это когда собираются так называемые 4 V. Во-первых, первое V – это volume, большой объем. Такие данные, которые не помещаются в компьютер. Не просто там в карманный смартфон или там ноутбук, они помещаются, они не в корпоративный сервер, не в суперкомпьютер Ломоносов, вообще никуда не помещаются. И, в принципе, таких данных в мире нет. Вот. Во-вторых, но с этим что-то нам делать, то есть как-то их разбивать на кусочки и как-то их по частям обрабатывать, потом соединять вместе и так далее. Но просто большой объем данных – это еще не единственное свойство, которым должны обладать данные, чтобы называться большими, еще должны быть высокие требования к скорости их обработки. Ну, например, если человек пришел в магазин, приложил карточку к терминалу в момент оплаты, и дальше идет запрос в банк, и одобряет ли банк эту транзакцию, или он ее считает мошеннической и хочет отклонить. Здесь высокие требования к скорости, потому что мы привыкли, что карточку приложили, и вот через секунду, через полсекунды уже чек должен пойти. Хотя стандарт требует 5-7 секунд. Если будет идеальный алгоритм, который всех мошенников отсекает, но работает полминуты, он никакому банку не нужен. Здесь высокие требования к скорости. Если человек пришел за ипотечным кредитом, рассматриваться там 1 секунду, 30 секунд или 2 минуты, или даже 15 минут, в принципе, это никакой роли не играет, то есть в этом случае требований скорости нет. Третье свойство больших данных – это variety, то есть разнообразие. Если раньше мы привыкли к тому, что данные – это просто таблички, строчки – это, например, ученики, а столбики – это оценки, то сейчас у нас данные самые разнообразные, у нас количество столбиков у каждого ученика может быть разным, у какого-то ученика могут быть столбики в виде видеозаписи ВКонтакте, у какого-то ученика могут быть столбики в виде фотографий, сделанных им, у какого-то ученика могут быть столбики в виде конструкторской документации подготовленной, то есть не в виде обычных чисел, с которыми мы привыкли работать, а в самых разных форматах. И вот с этим тоже как-то надо оперировать. И четвертое – это достоверность. Если раньше аналитик был ответственен за все данные, которыми он оперирует, и должен был головой отвечать за каждое число в наборе данных, то сейчас это принципиально невозможно, когда у нас в наборах данных сотни тысяч, миллионы, десятки миллионов строк. Можно себе представить, сколько времени уйдет на проверку такого набора данных, если хотя бы на каждую строчку уходит одна секунда. А реально на каждую строчку уходит не одна секунда, а может быть и один день. Вот, поэтому мы понимаем, что мы не можем гарантировать достоверность данных, которыми мы оперируем, но все равно с этим можно что-то делать, и из недостоверных данных можно извлекать достоверный результат. Вот если такие 4 V – большой объем, volume, требования к скорости, velocity, разнообразие форматов, variety и невозможность гарантировать достоверность в Veracity, если это все данные большие, а если нет, то они маленькие. На самом деле, скорее всего, большинство данных, с которыми мы оперируем в образовании, даже если это миллионы оценок учеников, это все равно данные маленькие, потому что такие файлы можно открыть в обычном компьютере, в обычном Excel, но они, может, будут не очень быстро обрабатываться. Вот, но расстраиваться из-за того, что наши данные небольшие, а маленькие, в общем-то, не стоит. И еще несколько лет назад я студентам своим говорил, что все мы большие данные видели в Фейсбуке, в Гугле и так далее. Но лично я большими данными никогда не оперировал. Вот сейчас
У нас много проектов, в которых действительно большие данные появляются, в частности, вот система видеоаналитики, которая записывает огромное количество видео, там все эти свойства присутствуют, и аналитика в образовании будет дальше развиваться, будет много таких проектов. Теперь с технической точки зрения, большие данные и маленькие данные, они мало чем отличаются. Там чисто инженерные задачи, на которые существуют соответствующие алгоритмы, соответствующие инструкции. И ну, если у нас данные большие, просто нужен инженер, который умеет эти данные обрабатывать. И этому мы учим, в отличие от моделей машинного обучения, где прежде всего нужно понять, что же требуется с содержательной точки зрения, в чем состоит проблема, как ее трансформировать в виде постановки задачи машинного обучения, потом как применить результаты на практике. В отличие от этого, обработка больших данных – это чисто инженерная задача, в которой есть прописанные четкие алгоритмы. Спасибо большое. Отвечая на последний вопрос, чему мы учим, всему, наши выпускники, конечно, должны уметь и строить модели машинного обучения, и обрабатывать большие данные, и в процессе обучения у них есть возможность поучаствовать в нескольких реальных проектах, в которых все это нужно. Хорошо. А вот такой вот еще вопрос. Вот я вижу еще среди дисциплин, значит, анализ нечисловых данных. Да? Можно здесь чуть-чуть раскрыть, а какие типы нечисловых данных будут анализироваться? То есть с какими данными сможет работать выпускник? Начиная с самого простого, вот если у нас есть информация, например, о поле ученика, мужчина или женщина, это уже не числовые данные. Это дихотомический признак. Или там цвет волос у него может быть, там черный, белый, рыжий. Опять не числовая информация. Оценка, которая ставится по результатам аттестации, это она выражается числом, но на самом деле это тоже, как правило, информация не числовая, потому что разница между пятеркой и четверкой у одной пары студентов и разница между пятеркой и четверкой у другой пары студентов может отличаться. Тем более может отличаться разница между пятеркой и четверкой и четверкой и тройкой. Вот, поэтому даже вот такие простые, казалось бы, показатели, признаки, они являются не числовыми. Оценка – это порядковый признак, то есть пятерка лучше, чем четверка, четверка лучше, чем тройка. А вот насколько лучше – это все очень относительно. Ну а дальше, конечно же, нечисловой информацией являются фотографии, видео, звуки и так далее. Пока наименьший прогресс у нас в области анализа звука, но технологии очень активно развиваются. То есть и распознавание изображений, распознавание паттернов у вас тоже фактически проходится, да, если мы говорим про образование, ведь у нас, ну, понятно, что сейчас данных в образовании собирается очень мало, в основном эти данные такие крайне прямолинейные, то есть это все, что связано с посещением, с оценкой, со спецификой курсов, которые проходит человек, может быть, с какими-то его там еще дополнительными работами, типа там анализ антиплагиата, текст и так далее. Но когда мы говорим про образовательный дата-инжиниринг, здесь же для нас гораздо важнее становится вот семантика текстов, понимание, потом анализ, та же, например, регрессия с точки зрения поведения, значит, учащегося, да, как он будет себя вести, в какую группу его стоит отнести, как выстраивать индивидуальные образовательные маршруты. То есть данных становится очень много. Вот то, что вы говорили о анализе вовлеченности, да, на основе анализа видео, то, что вот у вас уже есть готовое, да, это очень важное, очень серьезное направление. Например, университет ДВФУ в этом же направлении тоже работает, но они таким образом оценивают лекторов. Да, то есть они собирают, там не видео, а фото, они собирают регулярно, значит, в высоком разрешении фото, потом делают анализ лиц эмоциональный, и на основе этого эмоционального анализа лиц они делают эмоциональный ландшафт лектора. Причем такой среднестатистический. Понятно, что на одних лекторах ландшафт больше такой, на другой больше другой, но потом они могут в среднем посмотреть, и тогда они знают, как в среднем на каждого лектора реагируют студенты.
да, и они, например, могут знать, какого лектора каким студентам дать. Вот. То есть тоже такой вот интересный подход в анализе данных. И данных, в принципе, понятно, что они еще не будут, может быть, большими данными в том формате, в который вы описали, да, но данных сейчас, особенно на уровне, когда цифровая трансформация так она с места в карьер рванула в связи с коронавирусом, вынужденно, да, данных становится все больше и больше. А те же данные Zoom-конференции, которые проходят во всех университетах, а те же данные там всевозможных мудлов, но наложенные на всевозможные другие форматы данных, да, они превращаются в такой большой клубок, и анализировать их нужно уже совершенно иначе. Вот почему здесь методы машинного анализа нужны. И вот у меня в связи с этим такой вопрос. Значит, вот когда поступают на эту магистерскую студенты, значит, бакалавры или студенты, которые закончили другое образование, что они должны знать, какие пререквизиты, чем должен обладать человек, чтобы у него, ну, грубо говоря, на вашей магистерской мозг не взорвался, и чтобы он вышел и стал классным специалистом? Ну, я думаю, что самое главное, чем он должен обладать, это желанием. Первый модуль у нас такой выравнивающий, у нас, ну, вообще с Болонской системой это привычно, когда на одну и ту же магистерскую программу поступают люди, закончившие бакалавриат по тому же направлению, и, ну, например, по прикладной математике и информатике, и туда же поступают люди, закончившие что-то совсем отвлеченное, например, консерваторию. И, в общем, мы уже с этим привыкли работать, хотя, конечно, человеку, имея не совсем далекое, будет тяжеловато. Но большим плюсом будет умение программировать на языке Python, который является основным, и который должны знать все наши студенты. Но и учитывая разный уровень, соответственно, мы даем возможность в первом семестре самостоятельно с помощью онлайн-курсов подтянуть знания тем, кто эти языки не знает. Вот. Что касается математической составляющей, то, в принципе, мы вводим это практически с нулевого уровня. У нас есть вводные курсы, которые позволяют достаточно быстро втянуться, и при условии, что есть желание разбираться в том, как на основании известных данных предсказывать будущее. Если у студентов будет, то все будет хорошо. У нас были примеры блестящих дипломов по математике, написанных студентами, у которых первое образование дипломатическое по международным отношениям. Другие гуманитарии у нас тоже довольно быстро, в течение первого-второго модуля, вовлекались настолько, что их было нельзя отличить от тех, кто закончил специальности технические и математические. Ну, а если желания не будет, то понятно, что ничего не получится. Понятно. А вот вопрос еще такой, по востребованности специалистов, да, вот у меня здесь есть такой достаточно любопытный слайд, он сделан коллегами из Ростелеком, сейчас я поделюсь им, вот. Значит, на этом слайде, значит, видно на основе анализа данных мирового рынка, это не по российскому, по мировому, в первую очередь, рынку, да, но здесь как бы есть два типа рынков, то есть это прорывные рынки, а все, что справа, и зрелые рынки, то, что слева. Соответственно, вверху у нас идет дефицит кадров, и внизу у нас идет переизбыток кадров. Но это исключительно в сфере IT, работы с данными. Видим, что переизбытка особенного нигде нет. А вот эти вот, собственно, узлы, вот эти вот шары, да, они подписаны теми технологическими стеками или теми направлениями, в которых нужны специалисты. Вот без относительно образования, да, потому что образовательный дата-инжиниринг, конечно, это прежде всего образование, но ведь эти специалисты могут быть востребованы и в других направлениях. Да? Вот если посмотреть на вот эту диаграмму, на вот эту востребованность специалистов, как вы считаете, в каких направлениях обучаемые на этой магистерской специалисты из перечисленных здесь, где есть максимальный запрос на международном рынке, могли бы быть трудоустроены после прохождения магистерской? Ну, прежде всего, это вот кружочек, который называется Artificial Intelligence. Ну, автономными автомобилями вряд ли, беспилотниками они смогут заниматься после нашей программы, нужна более специализированная. Вот, что касается Smart Cities, вот кружочек тоже небольшой присутствует. Это тоже наша тема.
Вот. Ну, а понятно, что в каких-то традиционных сферах, типа реляционных баз данных или программирования для мобильных платформ или чего-то такого, где наблюдается баланс, тоже всегда можно найти место. Но лично мне, конечно, более интересным кажутся рынки прорывные, в которых сегодня еще все только начинается, а завтра уже мы себе представить не сможем, как же мы вчера без этого жили. Ну да, вот тут тоже, например, Human-Computer Interaction еще не такой большой спрос, да, но это зато прорывной рынок, на котором сейчас идет очень серьезный рост. Вот. И все, что связано, например, с ну, пространственным моделированием, да, с данными карт, с управлением такими данными. Вот сейчас даже в процессе запуска мобильного приложения для коронавируса, когда все отмечались и были вынуждены получать, значит, эти вот квиточки, сходить в магазин, ведь накоплено было огромное количество данных, да, относительно передвижений людей, относительно того, куда, как люди перемещаются. И работа с этими данными, но это тоже потенциально очень неплохие подходы могут быть с точки зрения монетизации, да, потому что ритейлерам, например, интересны такие данные с точки зрения того, куда разместить какую-то точку, значит, магазин, очередную пятерочку или красно-белое воткнуть и так далее. То есть вот эти вот моменты, они все очень хорошо могут быть конвертированы непосредственно в value, в стоимость. Вот. А, значит, вопрос еще тогда у меня вот такой будет к вам. А если, значит, мы говорим о тех магистерских программах, которые у вас уже реализуются, вот вы сказали, что у вас есть несколько программ, связанных с машинным обучением, с работой с данными, с анализом данных, да, где трудоустраиваются по вашему опыту специалисты, которых вы выпускаете из этих магистерских? Ну, наш рейтинг внутренний, что больше всего нравится нашим выпускникам, наверное, на первом месте стоит компания Яндекс, в которой работает значительное количество наших выпускников, в которой они стремятся работать. Значительная часть трудоустраивается в Сбербанк. Но это тоже огромнейшая организация, в которой постоянный спрос. В IT-компаниях, в системных интеграторах работает не так много наших выпускников. Но в основном это какая-то корпоративная сфера, это может быть банковская сфера, это может быть сельскохозяйственная сфера, это может быть промышленное производство, это может быть государственное управление, ну вот что-то связанное с анализом данных государственного. Ну а еще раз повторю, это Сбербанк и Яндекс. Вот, кстати, про государственное управление, то, что вы упомянули, я бы здесь хотел вас поддержать, это тоже один из очень интересных прорывных, как ни странно, рынков. Да? Те страны, которые имеют достаточно серьезный бюрократический аппарат и большую протяженность, чисто географическую или сложные логистические вопросы, много сложных управленческих процессов, они накапливают значительные объемы данных. И для принятия квалифицированных управленческих решений эти данные постоянно нужно мониторить, собирать, грамотно обрабатывать, грамотно хранить и структурировать. А в принципе, вот эта специфика, она очень близка с образовательным дата-инжинирингом, потому что это тоже процессы их управления, это тоже их визуализация и моделирование на данных, это тоже прогнозирование того, насколько успешен или неуспешен будет процесс, только ставки несколько выше. Вот. А как вы считаете, в направлении CDO, Chief Data Officer, и принятия решений на основе данных, вот в этом направлении дата-аналитики данной магистерской программы смогут быть трудоустроены по ее завершению? Конечно. Если вакансии есть, конечно. Конечно, смогут быть. Все зависит от рынка труда. Угу. На самом деле сейчас появляется достаточно много вакансий и в регионах, начиная с Москвы и в остальных, и на федеральном уровне, связанных с анализом данных государственного управления, причем там и конкурентоспособные зарплаты, и интересные команды подбираются, и вполне наши выпускники магистерской программы Data Engineering по образованию могут в этих проектах тоже принимать участие. Хорошо. Ну, у нас осталось еще несколько вопросов от наших слушателей. Вопросы в основном такие очень прямолинейные, явно сразу это люди интересуются. То есть вот вопрос такой. Если, значит, у нас иногородние студенты, предоставляется ли у вас общежитие? Есть ли у вас вопросы, связанные с отсрочкой от армии? То есть вот такой вот, если угодно, соцпакет. Да, а я заодно сейчас выведу как раз слайд с непосредственно вот этой вот каналом и ссылкой, да, куда можно пойти для того, чтобы подробнее с магистратурой ознакомиться. Значит, ну, в финансовом университете, конечно же, предоставляется полный положенный социальный пакет.
включая стипендию для тех студентов, которые обучаются на бюджетной основе, включая общежитие комфортабельное для иногородних студентов, включающее отсрочку от армии на время обучения, естественно, если она не была использована ранее на соответствующем уровне. То есть, если вы уже одну магистратуру закончили и пользовались отсрочкой от армии, то второй раз ее получить нельзя. Если вы учились только в бакалавриате, то, соответственно, отсрочка на магистратуру действует. Вот, соответственно, на сайте финансового университета fa.ru желающим там можно выбрать магистратуру, и одной из первых там находится наша программа Data Engineering в сфере образования по направлению прикладная математика и информатика. Обучение Спасибо большое. На метро Семеновская, на Щербаковской улице. У нас хороший корпус, прекрасный, большой, просторный, хорошие компьютеры, отличные преподаватели, отличные студенты. Спасибо. Вот еще несколько вопросов поступает от наших слушателей. Значит, а почему именно 2 года и магистерская программа, а не профпереподготовка или повышение квалификации? Вот тут позвольте сначала я отвечу на ваш вопрос, на этот вопрос, потом, Владимир, вы. Значит, на мой взгляд, здесь важным моментом является то, что профстандарт по специалисту моделирования сбора и анализа цифрового следа, который сейчас проходит общественное обсуждение, который сейчас вот у нас вот-вот будет уже приниматься, да, он подразумевает 6-й уровень. То есть он подразумевает как раз магистерский уровень, именно в той части, которая занимается комплексным анализом данных, то есть обобщенная трудовая функция, посвященная анализу образовательных данных. Вот. И для соответствия этого профстандарта нам, конечно, необходима магистерская. Хотя бы потому, что, как вот уже Владимир отмечал, очень много разноплановых данных подразумевает именно подход образовательного дата-инжиниринга. Это же не оценки только, это не тексты только. То есть тут вот и видео, о чем Владимир рассказывал, и анализ паттернов, и анализ фото, и всевозможные сложные сопоставления, и предиктивные модели, и машинное обучение. А если, например, мы начинаем сравнивать в образовательных данных большие массивы данных между разными вузами, например, российскими и зарубежными, для того, чтобы найти какие-то, значит, тоже паттерны и посмотреть, какие есть корреляции, для того, чтобы посмотреть, как можно развиваться в этом направлении, то эта система становится еще более сложной. В рамках программы ДПО будет все-таки не полный спектр. Вот эта магистерская программа, она призвана предвосхитить тот поток данных, который пойдет из образования в формате образовательного дата-инжиниринга, то есть заранее немножечко больше дать возможности. Это вот с точки зрения университета 2035 ответ, почему мы считаем, что это должна быть магистерская, а не ДПО. Хотя программу ДПО в этом направлении мы тоже делаем, но она больше направлена на формирование, сбор и анализ данных. Вот, Владимир, у вас, наверное, свой есть ответ на этот вопрос. Я думаю, что у меня ответ примерно такой же, как у вас, но я его немножко другими словами выражу. Магистратура – это уровень образования. Человек, закончивший магистратуру, отличается от человека, закончившего бакалавриат. Если вам или кому-то нужно быстро начать заниматься машинным обучением, то, конечно, ждать 2 года, может быть, это не самый лучший вариант, а можно воспользоваться какими-то быстрыми курсами. Например, отличная специализация от Яндекса есть на Курсере, которую можно пройти и, в общем-то, в машинном обучении начать разбираться. Вот. Но магистратура предполагает нечто другое. Она предполагает достаточно плотное общение в команде с преподавателями и студентами и работу в достаточно больших проектах. Не в проектах, когда на коленке что-то делается за 2 дня, а в больших проектах, которые предполагают достаточно серьезные результаты и требуют работы, ну, по крайней мере, интенсивной работы в течение года от человека, а еще год требуется на то, чтобы втянуться в предметную область и стать не просто специалистом, знающим какие-то методы и умеющим программировать, а стать специалистом, способным эти методы в соответствующей предметной области применять и быть в проекте полезным. Вот, поэтому 2 года, конечно, это тот срок, за который можно с уровня бакалавра магистра и самому понять, что над собой немножко поднялся, и что это инвестиции в человеческий капитал, которые заметны, результаты которых заметны. Понятно. А вот еще вопрос такой у нас. А есть ли в этой магистратуре, подразумевается ли заочная и дистанционная форма?
Нет, пока заочная дистанционная форма не подразумевается, но какие-то дистанционные технологии, безусловно, будут применяться. Там, где это целесообразно, там, где это необходимо. Ну да, особенно в сложившейся ситуации. Ага. Понятно. Так, еще вот вопрос есть от Ольги Цветковой. Если человек уже окончил одну магистратуру, то на каких условиях он может поступить к вам? Обучение будет платное и будет ли предоставляться в таком случае для иногородних общежития? Я могу только насчет общежития, наверное, ответить, а по первой части после Андрея дополнить. Значит, по закону на бюджетные места вы претендовать не сможете, но с платными местами, с оплатой обучения есть определенные интересные тонкости, которые, может быть, Андрей осветит лучше, чем я. Да, а все-таки давайте до тонкости сначала бюджетные места дожарим. А есть ли бюджетные места, сколько их? По-моему, 15. То есть 15 бюджетных мест предусмотрено на этой магистратуре, и отбор идется на основании? Вступительных испытаний. Расскажите поподробнее про вступительные испытания. Математика и информатика, английский язык, 2 вступительных испытания. На английском зачитываются признанные сертификаты о уровне владения языком. Можно сдавать экзамен внутри университета. Математика и информатика сдается в университете. Понятно. Спасибо большое. Опыт показывает, что английский для студентов оказывается сложнее. Чем математика и информатика? Да. Надо же. Очень интересно, да. У вас-то английский, наверное, тоже преподается достаточно неплохо. Если что, и подготовительные, наверное, курсы есть при университете финансовом, да? Конечно. А вообще, с точки зрения, вот именно если рассмотреть траекторию, то есть как двигаться, ведь у вас же есть бакалавриат, который бы вы более рекомендовали для этой магистерской, если двигаться именно в рамках вашего университета. Вот какой бакалавриат максимально ей соответствует, на ваш взгляд? Какая программа? Теоретически их достаточно много. У нас многие выпускники нашего университета к нам поступают и успешно учатся. Ну, конечно, у нас больше всего выпускников, которые закончили прикладную математику по направлению, по профилю анализ данных и машинное обучение в экономике и финансах. У нас есть прикладная информатика, бакалавриаты, которые достаточно близки, они, конечно, более глубоко, даже чем необходимо, уже владеют программированием. И им втянуться тоже достаточно легко. У нас есть бизнес-информатика, но у нас есть, я еще раз повторю, примеры успешного окончания программ с блестящими выпускными работами студентов, которые обучались и в финансовом университете, и в других университетах на направлениях совершенно, казалось бы, далеких, типа туризм или общий менеджмент, или международные отношения, или... Ну, дальше можно продолжать. То есть, если желание есть, то все, соответственно, получится. Вот тут еще вопрос есть от слушателей. А существуют ли такие программы в других международных университетах, зарубежных, на которые вы бы равнялись? Ну, я сначала отвечу, если вы позволите, про именно образовательную часть, образовательного дата инжиниринга, да? А уже тогда про айтишную часть и машинное обучение и работу с данными, это уже Владимир к вам. Вот. Но мы, значит, проводим регулярно мониторинг среди ведущих вузов. Значит, сейчас отмечается достаточно такое серьезное разведение в сфере образования, востребованность специалистов с точки зрения их подготовки в вузах. Да? То есть, грубо говоря, отдельно готовят педдизайнеров, образовательных технологов, это будет называться instructional design, соответственно, specialist, образовательных технологов, людей, которые занимаются, по сути, методической работой в сфере образования, их готовят в одном направлении. А людей, которые занимаются анализом данных, готовят очень хорошо и много где, но не всегда это напрямую связано и напрямую коррелирует с образованием. Вот специфика образовательного дата-инжиниринга именно в том, что это такой специалист, который живет как бы в двух мирах. Он, с одной стороны, понимает специфику образования, он понимает, что такое педдизайн, он понимает, как устроена образовательная среда, он понимает, зачем в ней деятельностная составляющая, а с другой стороны, он понимает, на каких данных
можно эту деятельностную составляющую почувствовать, пощупать, как можно из нее вынуть понимание, как это все потом представить в виде моделей, в виде датасетов, как это грамотно проанализировать. То есть вот в этом смысле программа, ну, я, конечно, не буду претендовать на уникальность в общемировом масштабе, да, но пока из того, что мы анализировали по университетам мировым ведущим, мы полного аналога этой программы не нашли, возможно, плохо искали. Да, но вот, значит, есть очень хорошие по instructional design программы, по образовательным технологиям, да, значит, и есть очень хорошие анализы данных. А вот такой вот комплексной программы, один в один повторяющий то, что мы пытаемся реализовать здесь на базе финансового университета при правительстве Российской Федерации, такого нет. Да, но, возможно, здесь вот еще с точки зрения IT Владимир меня как-то откорректирует. Андрей, все правильно. Значит, на самом деле мы очень плотно общаемся, очень плотно взаимодействуем с ведущими мировыми университетами. Мы общаемся и с Массачусетским технологическим университетом, с лабораторией CSAIL, Computer Science and Artificial Intelligence Lab, и с Алтехом, и с Левенским католическим университетом в Бельгии, и с другими ведущими мировыми центрами в этой области. И могу вам сказать, что если говорить про чисто технологическую составляющую, подготовку специалистов по технологиям, то, по крайней мере, названные мною центры нас опережают. С другой стороны, есть подготовка, например, экономистов или педагогов, которым, как говорят, у нас дается еще майнер по машинному обучению или обработке данных. Вот, как правило, такой майнер, он мало чего дает, потому что опять в этом майнере речь идет только о технологиях. Мы свою нишу нашли уже достаточно давно. Вот последние 5 лет мы занимаемся тем, что выстраиваем программы именно на стыке, которые позволяют не готовиться к тому, чтобы создавать новые методы, потому что методов машинного обучения существует сотни тысяч, и каждый день появляется несколько новых методов. И на самом деле, вот, когда мы конкурируем на рынке, когда мы продаем проекты реальным заказчикам, как правило, большинство наших конкурентов пытаются сделать какой-то новый суперметод для решения этой конкретной задачи. А на самом деле, как правило, метод позволяет улучшить качество на какие-то доли процента, проценты. Принципиально качество улучшается, когда мы глубоко погружаемся в содержание и понимаем, что же конкретно нужно сделать. И вот эта компетенция является ключевой для наших выпускников, потому что на самом деле и программирование становится вымирающей профессией, машины сами скоро будут программировать. Но, наверное, все-таки при нашей жизни машины не научатся сами себе ставить задачи правильно. Ну, конечно, да. Понятно. Ну, то есть давайте подытожим. Что получается, да, что в чем уникальность и в чем специфика именно вот этой программы, этой магистерской? Сейчас идет такой серьезный очень драйв относительно переобучения существующих учителей. Давайте погрузим учителей в цифровую трансформацию, давайте оснастим их цифровыми инструментами, но у учителей, у них совершенно другой склад ума, у них совершенно другая картина мира, они оперируют совершенно другими понятиями. Да, это люди из, если угодно, разных реальностей, разных ментальностей. Те, кто работает серьезно с данными, и те, кто серьезно учит, те, кто серьезно занимается анализом и созданием образовательной среды. Вот. И вот этот вот подход, когда мы пытаемся цифровизировать максимально учителей, он хорош, но он хорош для того, чтобы повысить осведомленность, чтобы учителя начали понимать, а что они, грубо говоря, могут хотеть, что они могут применить и к чему они могут стремиться. Но практически никогда в вот таком подходе, когда мы цифровизируем уже существующих педагогов, методистов, мы не можем достичь той глубины, чтобы серьезно работать с образовательными данными, чтобы выстраивать индивидуальные траектории, чтобы создавать инструменты на основе искусственного интеллекта, да, на основе обучаемых алгоритмов, чтобы использовать средства машинного обучения в образовании. Конечно, существующие педагоги и работники образования на это не способны. Поэтому мы в этом смысле здесь совместно, значит, избрали путь иной. Когда мы берем человека, который формируется, по сути, айтишный склад, то есть дата-центричный человек, data goes first, да, то есть в первую очередь данные, и его погружаем в мир образования, но через призму данных.
Педдизайн, да, он его будет в общих чертах понимать. Не на уровне «давайте я создам с нуля образовательную среду», а на уровне «как мне в рамках существующего педдизайна встроить все необходимые элементы сбора данных». Он будет понимать, как идет взаимодействие между учениками. Он будет понимать, как деятельностные практики в образовании должны включены, но самое главное, какие данные из этих деятельностных практик происходят и как эти данные анализировать. Вот сейчас и в связи с коронавирусом, да и вообще общемировая тенденция, это очень серьезный взлет онлайн-образования. Онлайн-образование генерирует огромные объемы данных, но только если их не моделировать, если их не собирать грамотно, если их не анализировать, они просто все уходят куда-то и, в общем, сквозь пальцы просачиваются, и мы не можем никаких решений принять. Мы не можем повысить эффективность образования. Мы не можем сделать образование и cost-effective, и time-effective, да, то есть и с точки зрения времени, и с точки зрения стоимости, которая на него потрачена. Мы не можем дать образование именно для этого человека с учетом всех его специфических особенностей. Вот все это позволяет образовательный дата-инженерия. По сути, если мы говорим про университеты завтрашнего, после завтрашнего дня, когда университеты вынуждены хоть сколько-то друг с другом конкурировать, конкуренция будет идти за время, за деньги, за индивидуализацию и в целом за эффективность. Без образовательного дата-инжиниринга это невозможно. И именно поэтому нам нужны специалисты IT-шного склада, специалисты, которые в первую очередь умеют хорошо работать с данными, но понимают специфику вот этого мира образования. Вот таких специалистов и будет готовить программа магистерская, о которой мы сегодня говорили. Давайте я еще раз, значит, поделюсь экраном, покажу, значит, вот эту вот, собственно, страничку, да, magistratura.fa.ru, Data Engineering в сфере образования, финансовый университет при правительстве Российской Федерации. На сегодняшний день в России это единственная такая программа. Под нее уже существует, вот сейчас проходит финальную стадию согласования профстандарт. Вот, и это, так скажем, реальное будущее образования. Причем реальное будущее с реальным понятным, с понятной сферой трудоустройства. Это и высокотехнологичные компании типа Skyeng, типа Яндекса, ведущего образования, Сбербанка, ведущего образования. Да, у них очень много образовательных проектов сейчас. Это и вузы, которые стремятся стать более конкурентоспособными. Это и компании, которые сейчас активно приобретаются теми же Mail.ru и Яндексами. Это Skillbox, Geekbrains и тому подобное. Да? И вообще площадки для онлайн, а самое главное, конечно, корпоративные вузы. Потому что специалист по дата-инжинирингу, на мой взгляд, больше всего будет востребован в корпоративных вузах, которые учат для конкретного корпоративного заказчика, и в корпоративных университетах, университетах внутри корпорации. Это самый большой рынок для этого специалиста. Рынок очень серьезный, рынок с хорошим денежным потенциалом и вообще с хорошим уровнем зарплат. Поэтому, конечно, вот этой магистерской программой мы фактически открываем принципиально новое направление для большого количества людей, не обязательно 100% подкованных, да, в IT и дата направлений, но за счет вот того, что у коллег очень хороший наработан, значит, здесь уже багаж, да, есть большой опыт в программах именно машинного обучения и в реальной финансовой сфере, есть хорошая связь по практике, то такая практикоориентированная программа, она сможет реально изменить что-то. Ну и вишенка на торте. В этой программе заложена проектная составляющая, то есть там есть очень много проектного обучения. Проектное обучение в том числе будет вестись с наставниками университета 2035, в том числе университет 2035 дает своих специалистов, дает свою платформу для ведения проектного обучения. Да? То есть у нас будет не только лекционно-семинарские занятия, но и большое количество чисто проектной деятельности для студентов в тех дисциплинах, которые покрывают именно специфику образовательного дата-инжиниринга, да, то есть связаны именно с образовательной спецификой вот этих данных. Это очень интересно, то, что деятельностная составляющая в этой магистерской программе будет очень ярко выражена, и самое главное, практику в том числе эти студенты могут проходить и в рамках самого вуза финансового университета, ведь можно же собирать данные из других магистерских программ и тут же их анализировать. Данных, благо, у вас там генерится очень много. В этом смысле, мне кажется, это очень серьезная такая магистерская, которую стоит действительно рассмотреть, если вы хотите двигаться в сферу современного образования, в сферу работы с данными и вот в будущее, в принципе, да, с точки зрения тех трендов, которые у нас есть.
Вот. Ну, коллеги, на этом у нас, похоже, все. Вопросы у нас закончились. Владимир, огромное вам спасибо, что сегодня вы были с нами, что поделились информацией о магистерской. Вот. Сейчас ожидаем, значит, толпы восторженных студентов, которые несут вам свои, значит, заявления о поступлении. 15 человек возьмем сразу, с остальными будем долго разбираться. Вот. Большое вам спасибо за сегодняшнее вот это вот интервью и увидимся уже непосредственно на магистерской. Спасибо. До встречи, коллеги. Всего хорошего.